специальный репортаж. Сейчас загорится лампочка, вон там. Я буду спрашивать, а вы просто читаете ответы с листика. Вот с этого листика, понятно? Да. Панорамочка. Здравствуйте, дорогие друзья. Я в прямом эфире беру интервью у победителя телеигры «Угадай три буквы» Степана Бузерова. Назвать три буквы. Здравствуйте. Степан, покажите телезрителям ключи от выигранной вами квартиры. Ну что, ты зачем мне их показывать? Все, понял. Я вам показал. Ну. И вот, я так счастлив. Советую всем играть в эту игру. И спасибо ее спонсору. Ему можно я жене привет передам? Секундочку, вы же хотели поблагодарить спонсора. Да, я хотел. Спасибо ее спонсору. Ее спонсору. А мужа все-таки жене. Там всего пару слов. Ну, хорошо. Товарищ так любит свою жену, так что, пожалуйста. Ну так, Надежда. Ну так. Че, Мить, видишь? Выиграл я. О, видел? Квартиру вон, я выиграл. Здесь. Поняла? Три буковки. Назвал и все. И выиграл. Ты ж всю жизнь говорил, что я лузер, да, Надя? А? Что я, Мить, буду как скотина. Всю жизнь по сараям и баракам мыкаться. Так вот, Надя, чтоб ты знала. Сама ты лузер, поняла? Ты сама скотина. Ой, Мить, Люба, иди сюда. О. Здрасте, Надя, извини. Вот. Я Любу с работы в эту квартиру с собой возьму. И вот. И чтоб ты провалилась, Мить, поняла? Чтоб ты сдохла, ты, поняла ты? Чтоб тебе... И спасибо нашему спонсору. А, и спонсору. Поняла ты?